Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами студия UCC, ее комментатор Владимир WD, и это вторая игра серии Best of 2 Next Gen против команды Duobal, соответственно. Первая игра у нас была жаркой, невероятно, настолько жаркой, что даже моя погода сейчас в городе позавидовала этой жаре. На улице плюс 40, а в игре плюс все плюс 9000. Ну и вторая карта обещает быть не менее жаркой, потому что ребята из Next Gen, им понравился Морфинг, который мы их выиграли, они забрали его себе. Они забрали себе Морфинг, забрали себе Shadow Demon ровно настолько же. Ну вот, пик вообще идентичен в этом плане. Duobal ответили немножко иным, они вообще взяли Огр Мага, Operation и Сларка. То есть они вообще готовы разрывать этой комбой всех. Ну то есть... Первый парень ловит, второй парень фиксирует, третий парень заканчивает. Заканчивает эту всю комбинацию. Там, а там еще два героя будет. Представляете, как грязь начнется? Просто невероятно. Что ж. Ну, у Next Gen, в принципе, тоже есть шанс. То есть там. А, там все. Комбинация немножко провалилась. Ну, на 5 секунд грива, конечно, провалилась. Дазл появляется для Next Gen. В копилку с Морфингом Бэтрайдером. Интересно. Что ж, давайте посмотрим на баны тогда, пока убрали все-таки Мирану. Убрали Faceless Void и команды Next Gen. Они сами его себе забирать не стали и отдавать, соответственно, тоже. Ну и пак они также убирают. Не хотят с этим иметь дело, тем более... Тонны фиксации, да, это плохое, тем более Operation, представляете, что было бы, если бы там все это было под Operation. Ну, а Duobal убрали у нас в основном Тимберсоу, который больше всего их напрягал в предыдущей игре. И также Мипа, Алхимика и Акса. То есть Мипа, Алхимик были и на первой карте, здесь Акса тоже они решили забанить. Почему? Дазл, может быть, его самим забрать, но нет. Они забирают себе Кентавра. Кентавра в хард-линию, я надеюсь, у нас справляется в Duobal от товарищ. А, кто у нас? Хайчу? Нет, Хайчу это у нас пойдет на пары. Нет. Вообще, посмотрим кого. Я знаю одно, Энджей пойдет на Сларке. Хайчу может пойти на Огр Маги на Апарейшене. Кентавр может забрать Зеки и Джонни себе. Так что, ну, скорее, наверное, Джонни все-таки заберет Кентавра. Да, что убрали? Убрали Шторм Спирита, ребята из Next Gen, и Тайдхантера, ребята из Duobal убирают. Ну, вообще, Тайдхантер... Они думают, что Бэтрайдер не пойдет в хардлинию, судя по всему. Ну что ж, а Duobal у нас остался мидлейн. А, если это мидлейн Operation, вот так вот, товарищ Микаса, я думаю, оформит. Но Микаса вообще на Брюмастере играл, это Вайпер. А Вайпер тоже может пойти в хардлинию. Operation, в общем, сейчас, смотрите, страта Operation идет в медлинию. Легчайшая. Фаст гоним, фаст мидас и вообще. И все, и команды Next Gen не будет, но... Морфинг. Все, перекачка больше не нужна. Что он будет делать, я не знаю. Так что сейчас нужно быть очень внимательным. И последний пик, все-таки хардлиния у нас... Тимберсоу, нет Вуида, нет, что делать, непонятно. Есть Бэтрайдер, может Бэтрайдера в хард, кого-нибудь в мид, инвокера забрать. Инвокера в мид забрать и команду Duobal взять и переиграть. Может быть, да. Может быть, да. 38 секунд. Бэтрайдер в харде постоит, неплохо. Или взять, ну, все очень толстые, я не знаю, как они будут прибивать. Да, есть у нас Уив, соответственно. Но до Вива еще нужно дожить. И если они не смогут дожить до Вива, то, ну... ГГВП 2-0, изи катка. 20 минут. Ну, то есть им нечем убивать. Вот Огр Маг, Вайпер и Кентавр, они просто могут идти... Инвокер. Читаю как боженька. Инвокер. В медлинию от команды Next Gen. Я не знаю, как они будут убивать, конечно. То есть у них вроде есть начальная инициация. Даже неплохая. Возможно, меня не выкинет. Но все-таки Джонни у нас забирает Огр Мага, соответственно. Зеки пойдет на Кентавре.
Дэдбонг будет здесь наш нуль. Ладно, представим, когда все разберут. Итак, у нас есть хороший пик от команды Доубао. Мощный. Сларк, тут кентавр, вайпер. Спасибо, время соединения истекло. Окей. Вот. И у нас есть, ну, вроде неплохой такой-то пик от команды Next Gen. Что с ним они будут делать, я не знаю, честно. То есть у них есть Морфин, который легчайшая цель для команды Доубао. У них есть все, у них влетел, ну, инвокер, да, может мощно висел. Ладно. Давайте представим все-таки команды. Итак, команда Доубао, соответственно, здесь Джонни играет на Огрмаге, Микаса на Вайпере, Зеке на Кентавре, Хайчу на Апарейшине, ну и Энджей на Сларке. Такие вот у нас обстановочки. И противостоять им будет, соответственно, команда Next Gen. Уже снова поменяли никнеймы, ну и что? Доктор Пушин. Пашин на Батрайдере, Different Hive на Инвокере. Здесь у нас будет замеса. Руну забрал здесь и здесь. А команда обе руны забрала, Доубао. Так, все, давайте уже представим. Magical на Дазля, Чоан на... Это как Чуань, только Чоан. На Морфлинге, ну и Дэдбонг на Шду Демоне, как мы уже отмечали ранее. Так, Ласхитике. Очень тяжко придется команде Next Gen. Здесь я бы отдал свое предпочтение команде Доубао совершенно. У них очень хорошие драки можно оформлять. И Хайчу в соло. А, Сларк к нему идет. То есть они решили вот так вот в легкой. У нас есть легкая линия, где никого нету. Фарми не хочу. Почему Сларк идет в сложную? Здесь Хайчу большая проблема. Могут его сейчас поспрятать. Дизрапшн, и он сюда никуда не убежит. Подходит сюда. Но тут у него и форма, тут перекачка. NG сюда не подставляется. Просто-напросто, значит, так же погибнет. И First Blood для команды Next Game. Вот так вот у нас решил. Зачем? Хайчу, ты что? Ты не Сларк, ты не кентавр, ты никто на данном этапе. Тебя убить это как два пальца об асфальт. Как конфетку, ну серьезно. Почему ты заходишь, как будто ты кентавр, как будто ты огр-маг. Ну вот возвращается у нас на свою линию доктор Пушин. И станет его, Гина, сейчас еще стан. Ну вот, здравствуйте, Пушин. Пошел у нас челентач, и большая проблема, будет ли у нас ответ на стан. И Сигнай тоже подойдет. 1-1. Отлично сыграно. Кентавр, захватчик, MVP текущего. А серьезно, что... 1-1, ну, вот так вот, такие дела. Ошибочки, ошибка за ошибкой. Сначала ошибается у нас Operation, он реабилитируется. Такой говорит, ладно, ребят, сейчас я все исправлю. Кидает вешать. А тут просто-напросто заходит под вышку. Торнадо слишком поздно дает. И Микаса 2-1. Вот так вот. Месть за предыдущую игру, где Тимберсо убивал. Первая минута, 3 фрага. Вторая, точнее, минута уже 3 фрага. Сейчас еще и руну подберет регенерации. Ну, проплатил руну регенерации себе. И снова с ваплайнами. Не проплатил. Ну, сверху тоже не проплатил. Меняется лайнами. Остают на фри. Оставляют на фри у нас Морфинга. А здесь они могут подцепить Пушина запросто. У него первый уровень. Паунс, два стана и прощай. Но не стали. Нас тут... Ой-ой-ой, Огрмаг. Ну, с Блудластом. Не вкачал стан, вкачал. И пошел. И вошел под вышку. А ничего не боится. Мисс один есть, пошел Игнайт. Есть Кол Снэп, но это не поможет. Блудласт навесит, ЕМП успеть дать. И даже Bloodlust на Fairies Fire. Еще пару ударов нужно сделать, и погибает от яда. Отличный ТП, Дазл, спасибо большое. Но он первый уровень у него. Но тем не менее, хватило бы подхила на самом деле. Почему не попробовать? Есть Shadow Demon на хосте. Наказывать, отличная игра от Deadbong. Правда, с руки может умереть. Подхил неплохой, но Deadbong пытаться убить не успели. Сможет ли яд? Последний удар. Тик и нет. Здесь еще и Джонни там могут поставить Fairies Fire. Вроде живет Magic. Куда же ты идешь? Сейчас как стан прилетит по лицу. Что ты делаешь? Прекращай, есть подхил у него. Но тут еще пару ударов нету, к сожалению, стана. И выживает здесь. Еще один ответный яд. А Джонни, тут почему ты не уходишь? У тебя ну, со страйк, благо нет. Тут бы сейчас наказали. Торнадо тоже еще кратковато немножко. 3-2. В пользу команды Доубао сейчас. Надо полетело торнадо ЕМП. Микаса без маны. Ну, маны ему не особо нужно. Так. Пару раз. Ну, посмотрите, он будет постоянно будет так делать. Теперь есть только Cold Snap. Ну, дальше не пойдет, понимает, что без поддержки пока чревато. Да, чревато. Что прилетит на этот раз вовремя Dazzle Shadow Demon.
Там они немножко подзадержались. В результате убить инвокера получилось, но сами не погибли. И здесь у нас негрей вкачивается на втором уровне. Интересно. Так, и тут тем временем Джуни уходит помогать зэки, но... Как они? Морфинга не подцепить? Лучше бы пошли помогать в мид-линию, либо в хард-линию. Не совсем понятно. То есть это легкая цель. Инвокер до вкачивания... Ну, у него есть гоуст-лог на самом деле, уже вкачан. Векс. Ну, купите сентри, он будет бегать медленнее, чем в реальной форме пока что. Почему нет? Не знаю, Сларк соло почти убивает. Где поддержка? Я не понимаю, саппорты вообще не ощущаются на карте. Ну вот Зеки заходит. Заходит он под Бладластом. И что, теперь вас просто настакают и убьют. Вынуждены они ступать. Хотя, ах, небольшая проблема могут быть сейчас Бладласт, Танчик. Нет, пошел Poison Touch. Настакают на Зеки миллиарды Poison Touch, он не погибнет. Пошел у нас Игнайт на развороте. Ну что вы будете делать? Пошел, спрятали, еще и зажмут сейчас с иллюзиями. Зеки, Станчик, нужно убегать теперь, потому что вот большая проблема 5 стаков, это не отпускает. Очередной подфит немножко от команды Дуобао. Тем временем в медлении. Нет, у нас ничего не происходит. И Морф еще и перефармливает Сларка здесь. На 20. 25 на 18 у нас идет. 26. Мне непонятно эти мувы от команды Дуобао совершенно. Почему? Вот опять ТП-шится не туда. Ну, придите вы в мид, убейте инвокера. Как вы это сделали только что? Нет, надо идти вверх, умирать. Фармить морфинга. Странно. Странная игра от команды Дуобао сейчас у нас показывается. Есть сейчас четвертый уровень, Игнайт на двоечку, есть станчик. Ну да, зла. До сих пор нет грива. Это шанс. Почему бы и не воспользоваться? Вот, например, сейчас очень классно можно воспользоваться, но... Нет. Ладно. Но... Дуобао. Дуобао испугались чуть-чуть, да? Они первую карту не то чтобы почти... Но они там... У них были моменты, когда они очень серьезно могли проиграть. Но в результате все-таки смогли затащить катку и оказались в выигрыше. Поэтому сейчас они, видимо, испугались. Теперь просто-напросто боятся команду Next Gen. И поэтому допускают такие просчеты. В плане лейнинга, в плане своих расстановок, в плане убийств и смертей своих. Так что, ну вот пока Т3. Пошел Firefly, ну и Хайчу здесь могу подставиться. Ну, у него, кстати, дабл дэмидж был. Опять-таки на NG, может, не стоит врываться на парня, который Firefly здесь у нас моментально. ТП вот просто-напросто делается, и отличная поддержка от Джонни, как всегда. Спасибо за фоллоу. Но, серьезно, я не знаю, почему у нас Джонни ходит не там, где он должен быть. Все это время, то есть он потерял сейчас 3 минуты, а то и 4 своего времени. Он получил 5 уровень. Это плюс. Это плюс, он не ходил бесцельно. Он стоял где-то на лайне, получал уровень, давал бладласты. Здорово. Но 3 убийства как минимум он пропустил. То есть мог бы сейчас быть запросто 6-3 или больше в пользу команды Дуобао. А сейчас команда NextGen этим воспользуется, говорит, ну, играем с какими-то... Повезло им в первой карте всего лишь, да, выиграет нас великолепных. И сейчас они просто-напросто возьмутся и 1-1 оформят команде Дуобао, которая так себя показывает на второй карте. Очень странно. Ну и пока отступает. И Пушин, и Дэдбонг. Найдут что-то не Зеки. Кто кого найдет еще. Просто стану уходить отсюда надо. Уходить отсюда надо, Джонни. Джонни нас немножко не слышит. Это жаль. Но сейчас уходит. Здесь у нас показывают, что там Бэтрайдер где-то бегает. И продолжается фарм. Тем временем для NG проплачивают. Вот он проплатил. Аккаунт премиальный. Regeneration находит себе. Дальше на фрифарме сейчас Дазл. Дазл, ты чего? Дазл вырывается, тоже приморозка будет на спаунс попадать. Не стал дальше идти под вышку. Ну, грейв, возможно, есть уже. Да, теперь четвертый уровень есть грейв. Кентавр там, за время, убивает Бэтрайдера. Интересно. Почему Кентавр делает работу Огрмага? Мне очень такой занимательный вопрос. Вот если там пит, в принципе, сейчас можно еще кого-то забрать, сходить.
Shadow Demon классная цель. Да Инвокер тоже классная цель. Купите вы досты и убейте Инвокера. Это не проблема. Инвокер вообще ничего не сделает. Торнадо кинет классно. Легче еще должна быть. Но пока что вот, ну, да. Стесняется. Долбало слишком хорошо себя показали. Стесняется, говорит, давайте, типа, ну. Полегче, вон. Похил отличный. Анджей просел. Ну, у него ультимейт есть, он отойдет в лесок. Вернется фуловый. Морфинг тем временем продолжает быть топ-1 крипстата. По нетворцам пока что мы видим, что он тоже топ-1 на удивление. Но у него есть один килл, один ассист. У него все хорошо. Здесь что? Микаса. Микаса меку себе фармит, дело понятное. Все, он тебе купит меку. И вот эти три парня, вот Джонни, Микаса и Зеки. И они просто не убьют их вообще никогда. Мультикаст Игнайта. Дазл подходит. Поэтому сейчас уже Different Хива, конечно, не убить. Ну, это фарм для... Время фарма для NJ, а время фарма для Paration. Paration нужен 6 уровень. Здесь уже у всех 6 есть. Так что, может быть, попробовать кого-то все-таки убить. Ведь пошел торнадо, ни по кому не попадает особо. Magical. Здесь вардем. Там тем временем. Почему Дэдбонг себе такой позволяет? Просто прожми стампит, убей его. Два ТП, все. Стампит убить. Станчик, что это такое? Зеки, зеки. Заки, точнее. Ну, через... Это как бы HT, закрытый слог, вся фигня. Они то, что... Они те зеки, о которых вы подумали. По графикам пока еще рано смотреть, конечно. 10 минут всего лишь. По нетворцам мы видим, что впереди команда Дуабао. Лишь Морфинг затесался на первое место. Так, затесался мимо проходя. За счет того, что смог убить. Здесь у нас пока счет у Сларка 0-0-0. Не выиграл он ни в чем. Пока что. Ну и Джонни. Джонни. Опа. Джонни наконец-то захотел оказаться в нужном месте в нужное время. И Magical оказывается, к сожалению, не там. Сейчас просто-напросто заходить под вышку, убивать легко. Мультикасты опять проходят здесь. Magical понимает, что как бы далеко заходить не стоит. Он, в общем-то, на безопасном расстоянии фармит. Получает себе опыт, получает все вещи. Ну что, пошли под вышку, будет ли дальше, пошел стан мультикаста, не прошел, ультимейт от Operation, в принципе, есть. Но дальше как-то заходить не стали. Тем более, подходит Shadow Demon, подходит сюда еще. Инвокер, и, кстати, проблемы у Джонни могут возникнуть. Они на развороте хотят, серьезно? Пошел у нас ультимейт, пошел Magical, станчик, пробьет ли здесь, хватит ли урон, а должно, Грейв спрятали и живет. Пока что теперь Доктор Пушин будет ли есть. У нас 6-6 нету, 7 есть, но Лассо нету, до 7 примораживает. Стампит, и Джонни вроде как живой и здоровый убегает. Отсюда там, правда, погоня дальше есть. Машина напал, мы нужно ТП делать сейчас, уже поздно. Пошел Cold Snap, NJ приходит сюда, возможно, побить Different Haven, пока подцепили его. Давайте для урона пошел у нас Shadow Dance. Проблема сейчас лопнет же, у нас без маны останется и DJ, хорошо, NJ точнее. Надо здесь вайпер, отлично, Пушин ультимейт, и Пушин отсюда никуда не уйдет. Закончился у него Firefly, минус. Дэдбао, будут ли его искать, есть ТП, да, уйдет отсюда живой и здоровый. И Мидас для Хайчу на 12-й минуте. Как вам? Тем временем сверху у нас Заки сражался, но... Да, но успел купить себе блиндаггер. Все хорошо, у него больше ему ничего не нужно. Мека появилась для вайпера, и сейчас просто-напросто можно идти и воевать. 1005 золота получила команда NextGen. В результате этого потерял бы трейдера, но не. Ну, 237 золота, ладно, бери. Тут по 80. Не страшно. И Shadow Blade на 13 для Сларка. Хорошо. Все хорошо. Operation Morphing убил еще каким-то. Классно попадает. А как он попал? А, здесь был вард. Хорошо. Хайчу отыгрывает здесь на хай уровне, конечно же. Теперь нужно сносить эти вышки.
раз не хотите воевать, ну как бы ваше право. Сларк должен сейчас, он купил Shadow Blade, он по идее должен хотеть воевать, но он не хочет. Полетел ультимейт Парейшина, но сюда нас там просто улетит там крипов куда-то. Ой-ой-ой, тут есть ТП, ТП от Марфа, Марфа находится, сейчас могут его наказать за это, здесь вся команда уже есть до Абау и заходит на Ахни, здесь нету никакого репликейта, 10 секунд еще пошел, Вайпер Страйк перекачивается, возможно это как-то поможет, но где ТП, хоть что-нибудь, идут пешком, Вейформа, здравствуйте, это Апарейшн. Товарищ Дюфенхейвен попадает, ЕМП по Апарейшну, проблема у него возникнет, ЕМП стампит и Хайчу живет. Пока что Станчик попадает по Дюфенхейвену, здесь есть у нас, нет у нас, но есть яд, просто-напросто пытаются уйти с ТП, но с ТП, конечно, никого не отпустят. А что у нас Грейв, Грейв спасет ли там, пошли, переключились уже на Мэджикала, теперь Грейва нет, подспрятали, погибает, здесь есть ТП, пытается уйти и успеет ли, нет, не успел, к сожалению, Шедоу Демон, а Мэджикал, а Станчик пошел гнать и дальше гнать, ай-яй-яй, пошел гнать и дальше гнать, Станчик также, мультикас проходит и это 4 в 0 на ровном месте. Вот она та драка, которую мы с вами заслужили. Падает также еще и вышка. Даблкил для Сларка. Кошмарный развал для команды Next Gen. Вырывается вперед. Итог боя нам покажут. Вот она, 4 в 0. Бэтрайдер умер там ранее. 1700 золота, 3000 опыта. Вот так вот. Вторую вышку буду забирать. Уже возвращается Морфинг. И теперь это без ультимейтов его не убить. Без маны, без хп. А эти ультимейты порыщены есть. Если ультимейты порыщены, он может его уже пускать. И он уже летит сюда. Если здесь подставится Морфинг, это большая проблема. Есть блиндагер для Бэтрайдера. Если лосой. Вот он врывается. Будет ли Станчик? Есть там попадает сюда ультимейтом. Подхила не будет. Нужно продолжать. Пошел у нас Вайпер Страйк. Вайпер Страйк не попадает. Отличный вейт у нас от Морфинга. И, ну, это хотя бы вышку забрать. Вышку забрать. Но слушайте, летит, уходить. Все, бежать. Поняли, что плохо. Бежать. Different Hive здесь готов врываться. Торнадо не попадает. И уходит отсюда команда Дуабао. И смоки, моментально смоки, бежать. Нужно ТП уже сейчас, смоки ответные и пытаться уйти. Сбивается моментально, блинкаут. Будет ли Сларк? Сларк перебегает, сюда, видит всю команду, сбивает смок, нету, есть ЕМП. Доктор Пуши, нужно отступать, ЕМП выжигает. Микаса без маны. Тем временем, там еще и Сларка нашли, есть у нас, мы начали, попадает у нас ультимейт, Доба здесь горит, просто-напросто Next Gen команда. Ну а здесь есть Грейв. NJ, проблема, мультикас прошел, но не помогает ему Bloodlust, пошел Вив. Микаса сейчас без брони окажется. Здесь Станчик по всем просто-напросто так же игнает. Отличный врыв от команды Дуобао. Сейчас добить. Есть отличный врыв. Дэдбэнг. Здесь может ли отсюда уйти? Размест. Мультикасты проплачены. А Джонни разваливает. Но тут у нас Ахни. Чоан. Который как Чоан, только Чоан. Пытается уйти. Спрятал себя от мультикаста. Сможет ли это помочь ему? И Вейформа наказывает. Ох-ох-ох, вернули, 13-9, счет, конечно, в плюс команды Дуобао, но уже там еще, ну-ка, попало, не попало. Две с лишним тысячи было, золото 2300 и 4000 опыта, вот так вот. Снова графички пойдут у нас вниз, кошмарный развал. Дрались без Апарейшна, дрались под вышкой, в меньшинстве. И проиграли. Закономерно проиграли. NJ пока что не боец. NJ не боец у нас. NJ у нас пока что гангер. Гангер в первую очередь. Ему нужно сейчас идти и ловить единичные цели. Вот типа этого. Ультимейт. Здесь подцепили. Доктор Пушин мертв. Моментально. Без... Вот это то, что не должны сейчас делать. Отлично показали этот момент NJ вместе с Operation'ом. В тимфайтах пока NJ слаб. Откровенно. То есть, если будет замес 5 на 5, то ему здесь без шансов, на самом деле, оставаться. Что и показали мы только что на верхней линии. Здесь вот. Где они подрались и проиграли. Но хотя, возможно, под чилинтач... Ну, нет, он ворвался слишком самоуверенно. Бегает теперь тоже самоуверенно. В Шедоублейде, ну, никого не находит. Вардов пока маловато. Возможно, сюда стоит поставить какой-то вард команде Дуобао. И тогда уже начнется что-то посерьезнее. Ловля врагов. Пока не получается у нас. Кого-то ну вот да, на лайне подцепили только лишь Бэтрайдер и все. Здесь уже есть Dragonlance. Нетворс у нас у Вайпера топ-1. Он сделал 4 килла. Поучаствовал вообще почти во всех убийствах. А у вас сколько он поучаствовал? В 11 из 14. Все у него хорошо. Здесь у нас Слаг забегает, но тут у нас парится на центре.
И ломают они эту злосчастную вышку, которая им тогда помешала. Есть у нас ТП обратно. Тут, кстати, могут подцепить кого-нибудь. Есть тут инвокер, там тем временем снизу. Джонни, станчик, но уходит просто-напросто на репликейт. Стампит, зачем? Стампит, зачем? Зачем? Куда? Кто бежит? Что? NJ здесь. Можно подцепить. Different Hive. Успеет ли? Здесь паунс. Можно попробовать и вырваться. Да, прямо сейчас. Есть. Есть. Подцепили. Заги сюда придет. Станчик. Без просветки, что ли? Да ладно. Пошел Вив. И сейчас вообще проблемы у Зеки будут. Зеки отсюда не уйдет, скорее всего. Если команда поддержит, полетел торнадо. Попал еще и под NJ, но продолжения нету. Есть стан, нету мультикаста. Второй стан. Просто-напросто Double H минус Different Hive. Он здесь подцепили. 4 человека осталось из команды драться. Дальше стоит ли? Здесь есть Separation, есть ультимейт. Magical подцепили. Нет, у него есть Грейв. Есть Sentry Ward. Грейв. Время заметит. NJ дрется. Пошел Moonlight Shadow, но... Ой, Moonlight Shadow. Shadow Dance пошел у нас, но не помогло ему это. Доктор Пушин, Firefly пытается прожить, улететь. Не получается. Здесь Линка выйдет первый удар. Дальше. Dead Band. Да, подцепили. Ультимейт летит. Но, возможно, не стоило потратить ультимейт и попробовать кинуть ультимейт в Морфлинга все ж таки. Потому что он будет хиляться как бешеный сейчас. Он просто включит перекачку, и вы ни черта не сделаете ему. Это же грязь. Это же грязь. А, так, отключился у нас кто-то. А, Shadow Demon отключился, он уже погиб. Возможность убить... Ну, вообще есть, да. Челентач, приморозить. Станы, игнайты. Мультикас пройдет на 4. Есть зеки. Кулдаун, да, блинканется, хурстомп, и не простят. Здесь у нас есть вейформа, нужно это учитывать. А, репликейт есть? Да, 40, а где репликейт? Не вижу репликейт, вот репликейт. Репликейт, и что? Чё, Ан? Пошел врыв, пошел мультикас, двойной, здесь зеки должен уже прыгать сюда, подкоп у нас есть, вейформа, прыгать дальше, есть танчик, и нас стоит очень неприятно, игнайт живет, есть у нас грейв, грейв через 20 секунд уходит на... Ага, уходит на репликейт и хочет еще хайчу подраться, но нет. Я думал, куда-то спасительная тут невидимость найдет сейчас. Ну что, 17-10 в плюс. Ну, потеряли не своего мейнкора. Неприятно. Что дальше? Графики пока что в пользу команды Даобао. Пока что. У них сильный пик, они им плохо пользуются. Ну вообще, вот они достаточно уверенно им воспользовались, но немножко не надавили. Ульт не в того, я считаю, мой субъективный взгляд, опять-таки. Здесь летит ультимейт, но здесь есть том, но не попадает, буквально на секундочке. Сейчас зеки приедет. Пошел Вив, есть стампит, нужно убегать, здорово, здесь Different Hive. Пошел торнадо, EMP Call Snap, минус Саки. Не, понимаю, классная комбинация, друг. Ульт аппарата плюс стан, но ты не Сларк. Ты не Вайпер, Огурмак. Ты один. Ты один в лесу, где у вас... Вот сколько вижен у нас у команды. Сейчас. Вот. Ты в лесу. Вот. Вот что видел у нас кентавр, когда нападал. Почему это сделал, непонятно. Заденали вышку, врывается. Чо Ан, что ж ты делаешь? Пошла Линка, ЕМП, нужно уходить, сюда станчик, далее выталкиваться, Джонни без маны, Микаса без маны, форстав очень битый, есть какой-то подсейф у нас, пошел ультимейт попадает по двоим, неплохо, нужно продать сейчас уроны, еще немножко мультикасты проплачены, где же у нас NJ? А NJ-то у нас, вот он бегает, классно, NJ. Собирает себе сабельку пока что, но NJ, ТП есть, ТП нет тоже, что он... Не, мы понимаем, что ты не боец, но может быть все ж таки. Походишь с командой. Башни говорят, сносить ты тоже не особо хорошо можешь. Так что почему бы и не уйти и помогать своей команде? Непонятно. Ну и что у нас дальше? Дальше мы видим, что нетворсы Морфлинга... Не самые плохие, да, 10 тысяч, он все еще на первом месте, сохраняет свою позицию лидера за собой. А дальше 4 человека из команды Даобао. Так, пошел ультимейт. А вот сейчас, не попадает. Но попробовать так, просто-напросто убить, здесь нужно Glimmer Cape, прятать, будет лишь Shadow Dance статиться, или дальше пойдет по Deadbang, здесь подходит сюда, Ignite не туда заходит, здесь есть Replicate.
уйдет отсюда при желании. Успеет ли уйти Станчик на развороте? Энджей, если Shadow Dance, Shadow Dance-то закончился, Стампит и лопается. Вот так вот, Сларк, отличный боец из тебя вышел. Здесь уже вся команда на подмоге будет цеплять, она любого кто подставится. Есть Вив, Торнадо не попадает, мультикас подает Бэнг, но это недостаточно. Firefly залетает сюда, Доктор Пушин подцепили, Джонни. Есть у нас Лассо, но маны нету, будет Микасу добивать. Микаса просто-напросто сгорит, пытается он развороте. Некий, он уже прожат. Также пошел у нас, да, Зеки врывается моментально, отлично, просто-напросто срубил, но ультимейт Апарейшн не точный. Погибнет ли здесь Мэджикл? Вешает на себя Грейв, вроде как живет. Пушин тоже вроде выживает. Но это размен 1 в 3. Потеряли они штуки инвокера. И при этом забрали кора, забрали мидлейнера и хардлейнера. Отличная игра от Next Gen. Вот так вот. Да, терпели. Что они. Они с их пиком начинают проигрывать. Это не реально. Как говорится. То есть 20-я минута, и вас выигрывает Морфинг с инвокером. 20-я минута, ребята. Самый боевой пик в истории, наверное, у Дуа. И они проигрывают. А все почему? Потому что Сларк. Сларк не ходит с командой. Ну вот он найдет сейчас Морфинга. Морфинга есть репликейт, он просто-напросто уйдет. Он посигналил. Тиммейт Апарейшн. Все, просто ушел обратно на репликейт. Они потратили время впустую сейчас. Вот эти 24 минуты, которые у них были, да. Они. Частично, да. Ну, их в плюс, конечно, по киллам. Но графики сейчас будут показывать о том, что все, что нажито непосильным трудом, уходит в небытие. Ну, а мы с вами наблюдаем, что команда Next Gen продолжает доминировать. Но это, конечно, не все потеряно. У нас будет еще 6-слотовый Зеки, которого будет не убить. Пошел Стампит, врывается, Доктор Пушин, ультимейт. Ультимейт попадает по двоим даже, слушай, неплохо. Пошел у нас Вайпер Страйк, здесь подцепили, здесь есть Глиммер Кейп, уходит. Ну, Пушин не жилец, ясное дело, и отличная вылазка. Но потратили опять-таки ультимейт. Здесь у нас снова продолжает иллюзия. Иллюзия Вайпера неприятна, яд там прожигает. Сколько у нас до Аганима, интересно? Аганима еще долго, да? Что, прям настолько долго? А, нет, смотрите, да, Аганима у нас самый сок, уже Аганим есть, нужно лишь только привести и уже убивать. Здесь есть Тань, ну, Эвэйдит, Вейформа, хорошо, Торнадо, ЕМП, отлично, сбивает, врывает здесь НЖ, нужно уже прожимать, ЕМП не сжигает, пошел у нас Шедоуденс, и сейчас убегать быстрее, это как только тебя увидят, ты труп есть, подспрятали, ну и все. Песенка спет у нас НЖ. Вот Стики еще живет, Энджей сможет ли отсюда уйти, есть под сейф Зеки, Станчик уходит на репликит, отлично, и забивает его просто Чоан. Ультимейт Апарейшн по двоим, нужно как-то продолжить, чтобы они сгорели, но не хотят продолжать совершенно, потому что понимают, что Чоан здесь силен. Чоан. Да. Прячут на всякий случай здесь Disruption. Difference. Но это без Аганима пока что. Без Аганима. Или с Аганимом. А, это, не знаю, вот он сейчас его принес себе или уже был в замесе. Не совсем ясно. И каждая теперь, каждая 40 секунд. Каждые 40 секунд будет прилетать с очень долгим длительностью обнаружения. Станчик не попали. Ну, без Сларка, опять-таки, 19-15, да. Продолжают они терять преимущество свое нажитое, не по сильным трудам. Ну, не знаю. Достижение гоним парень хочет каждые 15 секунд давать в замесе по 50 раз. Свой ультимейт. Здесь есть смоук. Вард палец срезал же. Ну и над Дэдбонга Стампит полетел. Должны были понять, что где-то что-то не так. Никого нет на карте. Будет ли блинк? Ну и что? Что вы делаете? Я не знаю, ребят. Это не те парни, которые выиграли первую игру. Ну здорово, типа. Ну вот, классный Дэдбонг. Здесь Станчик есть моментально. Ну тут, конечно, не отпустит. Но убили они, допустим, саппорта. Там тем временем у нас Чоан просто-напросто снесет вышку в соло. Есть Вайпер, ну тут уходит на репликейт, конечно же. Моментально. Там тем временем снизу у нас есть Доктор Пушин. Есть у него ТП. ТП он делает. Есть вот Magical. О, Magical нет. Ну, тут вардов опять-таки нет, да. Вот у нас замечательный вижн команды. Вот он один вард. Вот виженка. Ну тут. Вот тут три варда. Раз вард, два вард и три вард. А, нет. Мне показалось, что здесь тоже вард стоит.
Но очень агрессивные варды. 10 под 1 всего лишь. Нужно больше вижены. Да они в смоках шли. Что? Морфинга убили? Серьезно? Он был без репликейта здесь? Я даже не смотрел, потому что, ну, это морфлик, это одна кнопка, и он улетает. Ай-яй-яй, какая ошибка досадная. 60 секунд сейчас будут терять время. Это просчет. Я пока вижен смотрел, говорил, что нужно больше вижена. Морфлик просто-напросто умер на линии. Окей. Ну, сейчас могут попытаться забрать вышку. Нет у нас поддержки в виде вайпера с мекой, нет у нас Бладласта. Медленно, конечно, будет подвижно. Здесь есть, подцепили НЖС, танчик не попадает. НЖ, большая проблема, успеет ли уйти в Shadow Dance? Не успевает, моментально также сжигает его просто-напросто команда врага. Но готовы драться дальше, нет у нас коров. В принципе, могут попытаться на развороте сейчас через форстафы, но не пойдут. Хотя бетрайдер здесь опасно. Опасно, можно подцепить, но банка нет. Не стали, стампит можно поражать. Почему бы и не? Стампит врывается, фурстав, блиндагер и вперед, поехали. Ну что? Испугались того, что в спине кто-то стоит. Ну, теперь уже, да, теперь же нужно бояться, теперь уже смоки, все, вы не успели. А, нужно убегать. Все, если здесь кто-то останется, это труп. Ну, раз еще Ждыки может потанковать 1800. Хотя 1800 хп не так уж и много. Ну и да, ошибку допускает здесь команда. Да, балл очередной подцепили. Сейчас ультимейт порешил в никого. Стампит, прожимает, пошин. Ну его АОЕха задела. В-форма сражается. Есть у нас Сварк. Сварк только через 7 секунд лопается здесь. Ancient Operation. Спрятали здесь у нас Зеки. Зеки живет. Тут же у нас Грейв. Это время Зеки поживет. Тут же Вайпер тоже добили. Слушай, ТП. Нет, ТП, конечно, никто сделать не позволит. Cold Snap от инвокера. И 3 в 0. А, нет, да, все-таки сгорел у нас, да. Я думал, что его АОЕ попало. Нет. Operation добил таки Бэтрайдера. Но 3 в 1, тем не менее, 2000 золота, 4500 опыта. Как вам, ребята, как вам? Добавил на вкус. Они уже ощутили вкус победы, да, нормально начали, но потом Shadow Blade какой-то появился, который был не реализован на Сларке совершенно. Один раз буквально, ну, два вышел. Есть что демон, что у нас делает. Интересно. Рошан легкий для команды Next Gen. Ну да, опять команда. Как-то разрозненно себя чувствует. Ну, не знаю. Да, баллы на первой карте показали себя как... Ну, они допускали ошибки, ясно. Все допускают ошибки, так или иначе. Но здесь прям совсем другая игра. Совсем другая команда. Гриммер Кейпа. Да, конечно, у вас есть комбинация достаточно неплохая, но они ее реализовали 2-3 раза и забыли совсем. Тимфайтов тоже каких-то толковых нету у команды Даобао. Даобао. БКБ. БКБ ждет Сларки, после этого, возможно, начнется что-нибудь интересное. А тем временем у нас Морфин приобретает себе Этериал Блейд. БКБ, Этериал Блейд, Линкин Сфера, Аегис. Готов убивать любого, кто встанет на пути. Здесь подцепили. У нас Пашин не уйдет. Ну вот таргет фраги, конечно, у нас соло. Такие неплохие достаточно получаются. А с другой стороны, ну, тимфайт сейчас будет и... Нужно будет как-то выигрывать его. Есть план топорейшена. Если смоги, чтобы осуществить этот план. То, кстати... Можно попробовать просто пропушить и снести вышку и забить на этих парней. Тем не менее, в смоках идут в спину. Иллюзия... Ну, пожалуйста, нет. Ладно, все, я вернулся. Здесь будет и стамп, пошел ультимейт Operation. Станчик попадает, ультимейт. Спрятались здесь инвокера. Отсюда уйдет ли он, успеет уйти. Грейв есть, если вижен. Дифин Бласт по троим. Хорошо, Морфинг сейчас вернется, просто их накажет. НЖ погибает, приморозили его здесь. Морфинг тем временем пушит медлинию. Вышка упадет. Господи, они... Не знают, что смог не спадывает, если это иллюзия. Я не знаю. 53 секунды без инвокера теперь. Они никого не потеряли, забрали медлинию. Неплохо. Здесь форстаф, но уверенностью. Пушин может, кстати, поплатиться за то, что он сейчас так агрессирует. Есть ТП обратно. Здесь подцепил не того, судя по всему, у нас.
Крипа всего лишь здесь прятали, пошел станчик Пушино. Микаса. Микаса настреливает. Мэджикл вынужден прожимать. Там Чуань сражается. Убил просто-напросто Нокера. И Чуань, смотрите, что делает в одиночку через это рел. Да, это очень неприятно. Энджей сюда подцепить, успеет ли Ан... Чуан. Нету у него. Нету у него репликейта. Нужно бежать дальше, идти, воевать. Но здесь один там, потому что сбивают все ТП, идет сражение дальше. Вайпер, Джонни. Вайпер уже погиб, разменялись, что ли. Просто-напросто втроем саппорты раскайтили. Доктор Пушин также. Есть байбека Джонни, вынужден он возвращаться, потому что просто-напросто база горит уже. Там тем временем Хайчу поймали и не отпустили. Есть еще байбек от Вайпера и уходит отсюда Чуань. Итог боя. 3 в 0. И, ребята, там 3 саппорта раскайтили Вайпера. Я понял, что все плохо, когда они иллюзию начали бить, не выйдя из смока. Они видят, что это дазл. Смок не спадает, они такие. Ну, наверное, что дота сломалась. Давайте нападем. Напали. Отлично. Ну, из этого все пошло наперекосяк. Да, они убили инвокера, там снесли вышку, но потеряли сторону почти что. Потому что Чоан знает, какой барак нужно бить. Если... А, он... Да, он знает, какой барак нужно бить. И он бил тот барак. В кои-то веки он снес его в этот раз полностью. До тех пор, пока он его не снес, он не ушел. Ну и Анджей в соло против Морфинга ничего сделать не смог. Здесь у нас торнадо ЕМП полетел. Будет ли какая-то поддержка ТП у нас? Вот, нет у нас ТП. Есть 3000, но пока что нет тревела. 500. И мека появляется для дазла. Пайп, мека, Вив. Здравствуйте. Миллиарды брони. Выхил на миллиарды. Что вы будете делать? Я не знаю. То есть, в идеале, конечно, да. Выхил контролится оперейшном. В идеале. Но есть проблемка. Для этого нужно дать ультимейт в пятерых. Пока что, ну, точность базируется на том, что либо Джонни кого-то подстанет за Игнайтед, они будут двигаться медленно, либо Зеки прыгнет в пятерых. Даст хуф стомп. Это хорошо. Но, опять-таки, это слишком идеально, чтобы быть правдой. Тем более, ребята выходили из смока, били иллюзию. Угу. Попался на скан там у нас. Попались на скан сейчас команда Next Gen. Должны это понимать и в спину должны сходить. Здесь нас маки подцепили, но все-таки врываются у нас на окно. Здесь моментальный подцеп, отличная игра здесь от Shadow Demon, живет у нас Анги. Заканчивается Аегис, тут же его сбивает БКБ, вынужден прожимать у нас Чоань. Вайпер. Вайпер проседает, большие проблемы у нас. Вайпер моментально просел в заге, также NJ. И все, что сделал NJ, это убил Shadow Demon, кто его не пустит. Диффенбласт уворачивается, хорошо, Shadow Babe еще жить. И отсюда должен спасаться. В результате потеряли троих, ну, забрали Shadow Demon, это копейки. Shadow Demon пал честью храбрых, смертью, честью всем храбрым. Он спрятал Чуаня от ультимейта. От ультимейта Operation, тем самым спас ему жизнь просто-напросто. Иначе бы он там лопнул. В тот же миг. И потеряли двух толстенных персонажей. Ну и что будет сейчас вышечка падать. Без шансов. Вопрос в том, что будет дальше падать. Что осталось Т2 сверху. Тревелов пока ни у кого нет. И Т3. Ну что ж, Чоан врывается моментально. Просто половина хп еще бы вейформа не была потрачена. Тут бы моментально кончился самый NJ. Вот он вам Слар, который вроде как фармил, а вроде как Shadow Blade БКБ. Сабелька врывается, оно. Успеет ли здесь спрятать его в этот раз? Не получается. Теперь нет подхила. NJ тем временем хорошо врывается. Пушин. Пушин может закончиться. Грейв. Отличная игра от Дазла здесь. Чоан. Чоан БКБ. Здесь подцепили NJ. NJ не боец. БКБ. Но тут примораживается. Пушин заканчивается. Дальше проблема. Нужно отступать. А Егиса нет. Вы в меньшинстве. Ну, не хочет Джонни отпускать никого. Станчик Юл, хорошо, спрятали. Успели кинуть стан, не успевая. Здесь стан от Different Heave. Зеки отлично врывается. Но тут торнадо, ЕМП опять-таки. Грейв моментально приморозили, спрятали еще и Чоан возвращается. Лопнул Сларк просто-напросто. Чоан не прощает таких. Еще и Микасу нашел здесь же. Тоже отпускать не собирается. Байбек от Анжея. NJ сдаваться не собирается. Здесь Different Heave прощает проблемы. С чем может подцепить? Чоан Манта ставил, пошел, готов сражаться еще дальше. Есть поддержка. Испугался NJ.
Энджи испугался и понял, что здесь может только лишь проиграть. Итог боя. Еще 1500 золота и 6000 опыта. Что делать, непонятно. Это машина убийства. Ультимейт опарейшн. Ультимейт опарейшн и не было. Попадает. Попадает лишь только по... не по тем. И моментально, как без байбека, 93 секунды. Почему же ты идешь драться один в четверых, товарищ Энджи? Можно ли тебя об этом спросить? И это 1-1, скорее всего. Нету двух сторон. Сейчас можно просто идти в трон, на самом деле. Уже там есть Т2, ее долго бить, но пока нет, пока отступает команда Next Gen, но это, конечно, прозвал просто-напросто Сларк, мой дизреспект Сларку в этой игре. Морфлинг, мой респект. Чуан, этот Чуан, да другой Чуань, им бы в одну команду, да и легчайшая была бы. Ну что, все-таки решает делать мега крипов. Шанс на камбэк есть. Графики нам пока что 12 тысяч опыта, каких-то 20 тысяч золота. Давайте посмотрим байбеки. У нас есть байбек у Operation'а, есть байбек у Морфинга и у Shadow Demon'а. Поможет ли это как-то у нас команде дабл? Я не знаю. Я сомневаюсь. 40-я минута. Здесь у нас летает еще и Пушин. Не понимаю, что нужно дефать. Если они проиграют битву здесь... 17 секунд еще нет Сларка, этим прекрасно может воспользоваться команда NextGen, просто-напросто бить, ну все, вышка упала, даже без участия Марфапа, там было один репликейт до Форгида, ну и дальше идти. Правда, вернется Сларк. Возможно, сейчас что-то и получится, есть у нас там мека, огонь, можно пару вайпер-страйков раскинуть за меся, ну и все зависит от Хайчу. От Хайчу, как он попадет в станчик, но это лишь только по крипам. Профилактические, просто-напросто иллюзии. Просто-напросто иллюзии ломают вышку. Вынужден прожимать глиф сейчас, иначе большие проблемы. Да, Пушин подцепил Огромага, большая проблема. ЕМП будет ли как-то спасать, стампит полетел. Ультимейт опарейшн, очень хороший, может залететь и залетает. Даже неплохо, но сражение NG. Здесь дефенбас пошел, БКБ вынужден прожимать. И Ice Wall ставится, не могут просто-напросто догнать. Отходит, пережидает. Огромаг битый, но живой. Санстрайк попадает, четко по цели. Отличная игра здесь от Different Hiva и Чуань. Чуан, точнее, заходит бить последние бараки вместе с иллюзиями. Guardian Грифс минус первый барак, минус второй, там в Юле еще летал кто-то. NJ пытается что-то придумать, он пытается убить, может быть, датбонг, но форстав. Тут нас моментально спрятали его. Здесь Мэджика, вот это проблема. Мэджика может погибнуть, но смерть такая или важная здесь будет. EMP там надо подцепили. Отталкивает NJ, минус моментально. И это good game, well played. 2-1-1 в пользу ничьей. И отличная игра от Next Gen. Все-таки смогли они закамбэчить. Я сомневался в их пике, но команда Даобао себя плохо очень показала, а команда Next Gen себя показала превосходно. Ребята молодцы. Вообще нет слов. Прям хочется смотреть на их игру снова. Почему в первой карте у них это не получилось, но там немножко не доиграли. Так что, такие дела.